Началось все с университетской скамьи. В 19 лет Александр Щербина основал IT-компанию. Сегодня в штате 350 человек. Команда специализируется на интеграции и разработке аппаратных решений в области аудио и видеотехнологий. Филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. Но, тем не менее, все руководство, да, и как бы, ну, основной костяк топ-менеджеров компании у нас, конечно, находится в Ульяновске. Все, естественно, все льготы, которые распространяются на компании, на IT-компании зарегистрированы в Ульяновске, мы получаем, и это, ну, достаточно существенно для нас, то есть мы, ну, правда это ценим. Это и есть основной подарок всем региональным программистам от государства. С 2016 года действует упрощенная программа налогообложения для IT-компаний. Еще одна форма поддержки – возможность субсидировать авансовые платежи по ипотечным кредитам. Совсем недавно сумма этой субсидии увеличилась до 250 тысяч, и этими средствами сотрудники этих компаний могут воспользоваться для того, чтобы получить ипотечные кредиты. Комфортно ли работать в отрасли и действительно ли меры поддержки эффективны, специалисты рассказали главе региона. Ко всему прочему, выделили возможность получить консультацию для оформления грантов. Алексей Русский, в свою очередь, выделил лучших в профессии благодарственными письмами. Благодаря вам наш регион уверенно входит в число ведущих цифровых субъектов России. В настоящее время у нас работает около 1500 IT-компаний, которые, кстати, вносят существенный вклад в бюджет нашей области, и этот вклад у нас года в год растет. Заочно поздравление поступило и от президента страны Владимира Путина. В этом году он подписал указ, по которому специалисты, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва до 27 лет. Льготы действительно до тех пор, пока программисты входят в штат подобных организаций. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ.